Зло, добро, интернет. Обзор социальных сетей. Всем привет! В эфире телеканала Шансон ТВ самая, ну, теплая и добрая передача на свете. Сегодня в этой просторной однушке собрались я, оператор, редактор, световик, звуковик, иногда заглядывает продюсер, и все это ради того, чтобы снять очередную программу под названием «Обзор социальных сетей» и запустить ее в космос на спутнике, откуда она полетит дальше в ваши 4К-плазмы и телефоны, а также в соседние галактики, чтобы рассказать нашим космическим друзьям, что мы существуем и полны творчества и любви. Ну кому, как не нам, наводить контакты с другими мирами? Ну не Роскосмос уже, и уж точно не Илону Маску. Только мы ведь можем делать обзор социальных сетей известных и не очень артистов и показывать это вам по телевизору. А также выложить на наш YouTube-канал, на который все вы, я уверен, подписаны. Ну что, полетели в космос? Сегодня мы с вами будем прочесывать социальные сети артистки с красивым псевдонимом «Бронза». В это звездное небо невозможно смотреть, как хотела с тобою в это небо взлететь. Словно раненой птицы я стремлюсь к небесам, и все нити надежды обрываешь ты сам. И что мне делать, куда идти? Сбилась с пути, тебя искала я много лет, а ты сказал мне слова нет. И недолго думая, отправляемся на сайт артистки. Нам сразу же сообщают о премьере песни под названием «Тоже любила». Это приятно. А ниже читаем: «Бронза – музыкальный вихрь, заводящий своими ритмами души и сердца людей». Убедитесь в этом сами. Певица встретит вас именно так. Красиво, ярко, как и подобает настоящей иконе экстравагантности. Хм-хм, так, уже интересненько. Далее следует раздел «Новости». Но я бы скорее назвал его «Видеозаписи», потому что их тут целых 7, и все уводят нас на YouTube-канал «Бронза». Обязательно посмотрим, но потом. Далее идет раздел «Музыка». Здесь представлены 4 песни, при нажатии на которые мы отправляемся в Apple Music. Потом идет раздел «Инстаграм», и при нажатии на фото мы отправляемся куда? Ага, в Инстаграм. Кажется, я начинаю понимать, как работает этот сайт. Далее раздел «About». Тут можно прочитать о певице. Правда, сделать это будет не так-то просто, ведь на фоне все это время висит очень красивая, светлая фотография певицы, а текст белый. Но я напряг зрение, и мне удалось узнать много интересного. Например, то, что зовут нашу Бронзу Галина Аверченкова, и что родилась она в городе Днепропетровске. Она является певицей, автором и исполнителем своих песен, а также режиссером, хореографом и актрисой. Вот. В общем, тут и правда есть много чего интересного. Я прочитаю вам этот отрывок. Нужно отметить, что Бронза создает все свои видеоклипы в тандеме со своим супругом Валерием, который, поняв, что жене необходима помощь, начал сначала осваивать видеопроизводство, а затем и музыкальный продакшн. Они вместе придумывают идеи и образы для того или иного видео. Сами же себе костюмеры, визажисты и так далее. Все клипы на канале Бронза были сняты ее супругом Валерием. В монтаже клипов участвуют и Валерий, и Бронза. Прикиньте, вот! А о чем это говорит? Да о том, что творчество никак не связано с дорогостоящей техникой и подписанием контрактов с известными лейблами.
все делается в своей же квартирке со своим же мужем. Берите пример с бронзы, а бронза пусть исправит отщепятки. Ну, что-то мы засиделись на сайте. Пойдем в официальную группу ВКонтакте. Здесь 1400 участников. Непорядок. Друзья, быстро подпишитесь на бронзу. Она вам песню красивую споет. Так, закрепленная запись от 31 октября сообщает нам о выходе нового клипа на песню «Прощай». Подождите, а на сайте презентовали песню «Тоже любила». Так все запутаются. Исправляйте. Правда, вот лайков под премьерным видео не густо. Да и комментарии почему-то закрыты. Жаль. Друзья, ставьте скорее лайк клипу «Прощай». Или мне ставьте лайк под этим видео. Да поставьте уже куда-нибудь свой лайк. Так, спокойно. Едем дальше. Она звонила мне и говорила вслух. Полюбила тебя, мой надежный друг. Если все падает, все не в попад. И за окном начинается снегопад. Какие розы получила я сегодня? От эти розы не могу глаз отвести. Такие розы ты дарил на день рождения. Ты подарил мне. Открываем Инстаграм артистки. И, о господи, здесь больше 6000 подписчиков. Вот это я уже понимаю. Фоточки, конечно же, все очень красивые. Под каждым фото 400-500 лайков. И, конечно, полно комментариев. Здорово. Однако, на мой взгляд, подписчикам было бы интересно под вашей красивой фотографией прочитать немного о том, как прошел ваш день. Или о чем вы размышляли на досуге. Понимаю, Инстаграм – это соцсеть для фотографий, но наличие интересного рассуждения в подписи добавит Инстаграму тепла, уюта и, возможно, поднимет активность. Так, все, бизнес-час окончен. И как всегда я с работы бегу, опять за этой печкой стою. Ну где ты ходишь, мой дорогой? Ну что за наглость, верни ты домой. Помню, мы еще хотели заглянуть на YouTube. Так пойдем скорее туда. YouTube-канал так и называется – «Бронза». Здесь 1300 подписчиков и куча красивых видео. Первый клип на песню «Мама дорогая» появился здесь 3 года назад. А самым просматриваемым оказался клип на песню «Прощай». Больше 200 000 просмотров. И это первый раз, когда самым популярным оказывается последнее выложенное видео. Это ведь значит, что популярность бронзы растет и набирает обороты. С чем мы ее и поздравляем. Я просто ухожу, прощай. Подведем итоги. Бронза, мы желаем вам творческого роста и успехов. У вас активные и очень красивые соцсети. Но не стоит забывать и о простых эмоциях. Делитесь ими со зрителем в своих публикациях, и будет вам счастье. На сегодня это все. Да, и советую подписаться на наши соцсети, если вы все еще не с нами, чтобы ничегошеньки не пропустить.
Бронза, спасибо вам за творчество. До встречи на просторах этих ваших интернетов. Пока! Обзор социальных сетей.